Бережливость и понимание опасности потери денег – это прекрасные качества для тех, кто стремится стать богаче и не терять деньги на каждом шагу. Чтобы не допустить потерь, многие из нас задаются вопросом, могут ли мошенники снять деньги со вклада. Конечно, такое возможно, ведь о таких новостях нам, к сожалению, приходилось слышать. Как с этим бороться и защитить свои средства, расскажет материал нашей статьи. Подробнее на сайте.